Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть BioShock, как я говорил недавно, BioShock Infinite. Ну, по сути, мы играем в BioShock и... что мы тут делаем? Я, честно говоря, не помню. Сейчас будем... ладно. Потихоньку будем вспоминать. В общем, где... Какого хрена там происходит? Я что-то не понимаю. Что за звуки? Эй, там есть кто? Вроде нет. Короче говоря, в последней серии мы получили все ингредиенты, и теперь нам нужно их как-то замешать. Но тут я завтыкал, почему-то у меня ничего не получалось. Давайте посмотрим. Возможно, будет получаться теперь. Так, ну давай, подскажи. Универсальный конвертер стоит в кабинете Лэнгфорд, а также в других местах Аркадии. Спасибо, капитан. Я очень, очень ценю. Я так понимаю, что вот тут должно быть... Что-то, куда я мог бы вставить. Хорошо. Давайте почитаем квесты. Вы нашли все ингредиенты. Идите к универсальному конвертеру и создайте препарат Лазаря. А я вашу за ногу. Что же делаю? А, вот же. Ну, капец, я не знаю. Я просто не очень умен, как обычно. У меня сегодня хорошее настроение, поэтому серия получится смешная, наверное. Так, ну и в общем, все. Судя по звукам этого универсального конвертера, ты, кажется, счастливый отец нового препарата Лазаря. А теперь опусти препарат в устройство, именуемое центральным туманообразователем. Будем делать газ. Окей. Вот оно и заработало. Всего-то, казалось бы, надо было включить мозг. Сразу что-то получилось. Чего, кажется? Ну хорошо, я так понимаю, сейчас будет не очень все гладко, потому что понавижит много всяких прихвостней Эндера. Какой недовольный товарищ. Так, ну и что? Сейчас, я так понимаю, здесь опять... что происходит? Кто тогда будет, да? Потому что последний раз мы тут воевали довольно-таки усердно. Убери это! Убери! Она вернись! Где стоять бояться! Чего ты ждешь, парень? Сюда уже едут подручные Райана! Запри дверь в лабораторию! Бежим! Ой-ой-ой, бежим! Там за мной уже кто-то ломится. Так, тихо. Спокойно. Там немного, но каждая частичка важна. Чё? Ты запер дверь. Хорошо. Это поможет нам выиграть время. Вообще, чё будет? Так. У меня в гранатомете осталось что-нибудь? Нет, у меня только осколочный гранат. Ну, в принципе, нормально, чтобы их встретить. Хотя мы их будем сжечь сейчас. Напалмом. Идите сюда, стервы. Мне, так понимаю, просто надо выжить. Капец. Или, может, мне сюда надо? Да нет, вроде. Так, хорошо. Папочку бы на свою сторону приманить, но у меня сейчас нет такого плазмида, по-моему. Да. Ну, давай, входи. Забыл управление. Извиняюсь, хотел пустить. Так, что я делал? Мне просто держаться надо, что ли? Парафилу чуть-чуть. Не совсем понимаю. Давайте почитаем. Препарат Лазаря начал проникновение. Так, как только лампочка на пульте управления станет зеленой, вы сможете распылить препарат и восстановить растение. Понятно. Мне туда обратно бежать, что ли? Получите, распишитесь. Вот так, хорошо. Я думаю, вам всем понравится. Ой, там папочка, по-моему, на меня сейчас разозлился. Так, ой. Какой же я...
и внимательность. Да, давай быстрее. Хорошо, теперь... Ух, что-то какое-то мясо пошло. Блин. Отлично. Так, теперь... Ух, что-то как-то, блин, активно сегодня все началось. Дружище, ну я ж пошутил. Ну не надо вот этого. Так. Капец. Спокойно. К чертовой матери бежим. К чертовой матери, у меня нет здоровья. Придется драться с бабочкой. Это я напылил. Скорее всего, сейчас умру. Да. Куда я денусь-то от тебя? Ну да. Ну, что я могу сказать? Это я. Мой стиль геймплея. Мы постоянно подтупливаем. Папочка успокоился, я надеюсь. Потому что я не хотел, честное слово. Давай, иди сюда. Смайли идет. Так, сюда мы не войдем. Иди ко мне. Да. Офигеть. Хорошее начало. Отлично. Ты посмотри на эту стерву. Ходит тут в наглую. Надеюсь, было весело. Очень весело. Веселение просто. Такая что уже. Офигеть. Увидите, сколько у меня жизней? Так, это нам уже ничего не даст. А, это вообще панель отключения робота. А я с ним хочу аптечки выбить. Так, собраться, собраться. Ой, там еще кто-то есть. Капец. Вот и моя прелесть. Фу, мы выжили, да? Кто-то там еще уходит. Быстрее побежали покупать аптечки. Да, такое испытание, конечно. После перерыва. Да. Ой, ну. Он опять на меня обозлился. Давай уже быстрее, на самом деле, уже тошно тут находиться. Спокойно, братюнь, я же пошутил. Придется убивать. Куда я денусь-то? Смотри на глаза. Хана, мне хана. Слишком, слишком много всякого в воздухе летает. О, так, подожди, подожди, родной, подожди. Ну чё, братюнь? Да когда ж вы кончитесь-то, ёлки-палки? А чё тут? Блин, ну чё, мне воевать с ним остается только? Это бессмысленно. Вот это же подёр, по-другому не назовешь. Открой уже, пожалуйста, я умру сейчас. Так, сфоткать его, что ли? Все равно сейчас умру уже, он успокоится. Открой, открой, пожалуйста. Ну, поспокойнее стало, остался один враг и папочка. Но папочка меня разберет. Да. Вы это видели? Че, полегчало тебе? Вроде да. Тебе смотрю нет. Да что ж с вами такое-то сегодня? А? Блин, что за день? Аптечек у меня нет, еще один выстрел, и я тут. Отлично. Подойди сюда. Вот так.
не тормози. Громила Райна нянчиться с тобой не станут. На полпути? Да я тут с трудом выжил, ты что? Ох, капец, ох, капец. Видите, сколько у меня жизни? Это даже не смешно. У меня дерьмо больше, чем у тебя! Моя! Ну ладно. Все, хана, хана, хана. Получи, скотина, распишись. Блин, а что бежит? Аптечку, пожалуйста, аптечку. Блин, жить захочешь, да? Ну да. Ох, просто убийство. Ничего, родной, сейчас месть будет, где-то там. Я не знаю, что уже с вами делать. Еще этот папочка постоянно тут ходит, мешается. Давай, догори, моя звезда. О, хорошо зажгло. С огоньком играем сегодня. Патроны просто в нуля вообще. Капец. Ну вот ты-то куда пошел? Ну что, что? Вы видите, что происходит? Да, простите, это серьезно. Надо было хоть как-то маленько вспомнить управление, что ли, перед тем, как... Так, что мы делаем? Просто насилие надо мной. Взрывающийся вас маленько попотчивает. Папочки там уже нехорошо, я смотрю. Ну там не живой еще случай? Мне не показалось. Да ебона мать! Да давай, что-нибудь уже! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я знаю, что ты так... Да тут я, тут! Да офигеть, сколько раз я уже умер! Нет, ненормально. Хорошо, что я бессмертный. Это же сколько мне пришлось бы, если бы Вита Чембера не было. Это был бы просто... эпический фейл. Он и так эпический, конечно. Я представляю комментарий уже. Надо было играть на кувамыше. Конечно. Иди ко мне. Блин, я сейчас попаду в папочку, это будет опять тоска печать. Так, что у нас еще осталось? Ну это же просто... Посмотри на это. Ты на это посмотри. Да хватит, пожалуйста. Ох. А теперь хоть на полпути, нет? Ну, наконец-то. Что там? Препарат готов? Чего ты ждешь? Жми на чертову кнопку. Офигеть. Ладно, хоть бронебойный не потратил в панике. Бронебойный у нас для папочек. Надеюсь, оно того стоило. Отлично, парень. Дыши. О, как. Уже и наслаждайся жизнью, а потом вперед на пологие холмы за батисферой. Следующая остановка — дом Райна. Пришло время крови. Да мы уже почти добрались, я смотрю. Фух, так, ладно. Да, это было не очень просто. Согласны? С другой стороны, если бы мои прямые руки позволяли бы мне пользоваться при этом еще и плазмидами, то есть как бы более сбалансированное было питание у нас, и того понемногу, возможно, это было бы не так сложно. Но я думаю, это все равно было очень сложно. Блин, ну я не хочу бронебойными. У меня выбора особого нет. Окей. Это просто страх и ненависть.
Мне не лезет уже твоя Ева. Был бы здесь плазмид, который лечил бы нас. Эта Ева бы у меня не простаивала. Смотри, дом полудохлый. Хотя, что я с него получу? Баксов, в принципе. Баксов-то лишними не будут. Что, грохну, нет? Я думаю, он заслуживает смерти за то, что нас так мучил. Хотя мы сейчас на него аптечки потратим. Или не потратим. Благородный. Ну как не потратим? Сами себя убьем. Просто пипец. Ах, так. Аптечки купить или... Да, аптечки, чё. Нормально так нам доставили. Ну чё, пойдём? Это было просто. Ой, капец какой. У меня до сих пор руки дрожат. Вот это вот называется... Не играл в игру неделю. Садишься, не помнишь управления. На тебя выкидывают просто толпы врагов, и ты начинаешь ощущать всю мощь темной стороны силы. И это печально. Временами это очень печально. Так, денег у нас хватит только на то, чтобы понять, что мы абсолютно бедные, неприспособленные к жизни иждивенцы. Ну, ладно, закончили, чё уж, пойдем. Блин, временами сбоишь, какая игра красивая. Вот, посмотри, ну это же очень круто. Чем тебе так не нравятся традиционные методы отделения души человека от тела? Ты же не из ЦРУ, ты от Атласа. Вот с этим тараканом мне пока никак разделаться не удается. Но ничего, со временем я подберу нужную отраву. Я вообще не понимаю уже от кого я, честно говоря, потому что Атлас, я ему не верю. Я просто как марионетка, я иду, куда мне говорят, бессловесно. Во второй части Букер, он как бы обладал характером. Я не верю в Бога. Нет никакого невидимки на небесах. Но существует нечто, властное над всеми нами, сочетание наших общих усилий. Великая цепь производства, объединяющая нас. Однако лишь когда мы действуем в собственных интересах, цепь тянет общество в нужном направлении. Цепь слишком сильна и непредсказуема, чтобы хоть одно правительство могло ею управлять. И если кто-то при вас станет утверждать обратное, значит он либо запустил руку к вам в карман, либо приставил пистолет к колбу. Да, идея была хорошая, реализация так себе. Короче говоря, я что говорю, Букер, он был такой вот именно, то есть, персонаж, то есть, живой, с характером, по нему было понятно, чего он хочет, он был достаточно мутный, но он был именно такой выпуклый персонаж. Здесь персонажа нет, здесь молчаливый протагонист главного героя, но при этом себя ассоциировать с ним гораздо проще, потому что ты сам за него думаешь, ты сам за него, то есть, в ответе, но при этом тебя направляют как Айзека Кларк какого-нибудь в первой части, говорит. Иди почини то на другом конце корабля. Такой, окей, и пошел. Так, куда мы едем? Задач нет. А, понятно. Вот сюда, да? Нет. Дары Нептуна мы были. Форт Веселый, что ли? Форт Веселый мы тоже вроде были. Я чего-то не понимаю. Мы сейчас еще почему-то с переключением такие проблемы. Поехали в Форт Веселый, посмотрим, может там туда на самом деле. Я не знаю, я просто ничего не помню, честно говоря. Самый большой недостаток того, что приходится делать несколько прохождений одновременно, это каша в голове. Пока вспомнишь, как ты что, так уже все. Уже пройдет полчаса. Ты почти у цели. Я был прав. Одному парню по имени Сандер Коэн. Кто-то называет Коэна артистом, а по мне так он из восьмого отдела. Я в жизни всяких повидал головорезов, негодяев и странных типов, но Коэн им всем 100 очков форы даст. Он совершенно чокнутый психопат. Ну хорошо. Кто здесь не чокнутый? Скажи мне, Атлас. Предсказатель.
$1 мне подходит. Ну, надеюсь, у тебя остался наследник, чтобы продолжить род. Отлично. Так нас еще и кинули, по-моему. У нас 2 бакса сняли вместо 1. Комиссия, наверное. Как на этих терминалах оплаты сотовых. К оплате 10 рублей. Ой, 10 рублей мы забрали как комиссия. Ну, вы знаете, что я вам рассказываю. Капец, вот... Ой, да что ж я такой... Потратил автозлом. Гениально просто. Патронов бы нормально. Так, что у нас? Электроразряд устраивает. Поджигатель тоже. Телекинез, в принципе, не сильно нужен, но притягивает крутые вещи. Ну, папочку гипнотизировать. Я же комментарий прочитал. Я, кажется, как обычно, все делал совершенно неверно. Оказывается, нужно было этот плазмид применять на самого папочку. Тогда он становился за тебя. А я кидал врагов, думал, он будет атаковать. Ну, это же логично, я думал. Ну, вроде бы нет. Никены. Ладно. В этой игре есть вещи пострашнее манекенов. Ух ты. Я смогу? Вандализм — серьезное преступление. Помните, вандалы паразиты. Вандализм — серьезное преступление. Это было глупо, как и все сегодня. Помните, вандалы паразиты. Ты будешь со мной сегодня для разнообразия. Сейчас пересидим. Да что ж ты его ломаешь? Я же хотел его своим сделать. Ладно, неважно. Давай, давай, защищай. Тихо, 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 тихо. С другой стороны, блин, дойди ты. Я не помню, здесь же можно, по-моему, взломать систему обороны. Ну, вообще отлично. Ой, давайте уже как-нибудь соберемся, будем нормально играть, а то что-то я сегодня втыкаю просто до ужаса. В принципе, все нормально получается. Я живой, а не мертвый. И со мной вот эта вот таратайка летает. Здесь нам что-нибудь еще нужно? По-моему, нет. Стоило ли оно того? 2 аптечки. У меня даже мысли не было, что сейчас что-то произойдет. Так, без Евы обойдусь, потому что ее и так полно дают. Вы видели, тут что-то ползает. Да, вот эту систему надо было выключить просто и все. То есть ломануть ее как-то. А, не важно. Я так чувствую, я сегодня весь день гребать буду, потому что, блин, я как-то совершенно разучился в нее играть. И знаете, самое главное, что вот игра мне очень доставляет. Она мне уже поднадоела на последней серии, а сейчас я опять прям дико нравится все. Прям с очень большим интересом играю. Что это? Ах, так-то лучше. Атлас Райан, Атлас Райан. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Было время, когда по радио еще можно было услышать что-то приличное. Долг артиста — услаждать слух и восхищать душу. Так что попрощайтесь с этими трепачами. Вас ждет вечер с Сандером Коэном.
Да, дальше мы не поедем. А паренек явно не самый приятный, да? Блин, ну как вот этим можно не восторгаться? Эта игра не похожа ни на что вообще. Я не имею в виду геймплейную механику. По геймплею она похожа... Я уже несколько месяцев... Офигеть. Не видел тут ни единой живой души. Сейчас посмотрим. То ли ты просто случайный игрок, то ли ты нечто более интересное. Так, ну по второму разу нам немного, вернее, немного не дадут. Ну, ладно. Так, сейчас мы вас, ребята, поприветствуем. Я думаю, в электрической дроби вам понравится. Посмотри на нее. Все равно успевает цепануть. Капец, куда я попал? Давайте будем сжечь. Спокойно. Сюда вы все равно не попадете поверху. Поэтому ждем тут. Бронебойка-то нравится, нет? Давай, кто еще есть? Убью! Конечно, убьешь. Как же иначе? Убивал один. Не усложняй! Давай. Маску шип. Еще? Чувствую тут солодовый уксус. Я так долго ждал, пока в этом городишке появится что-нибудь аппетитное. Но пока все сплошь мужеланы и деревенщины. Впрочем, это мое воспитание. Входите, входите. Сандер Коэн приветствует вас во Флит-Холле. Всю жизнь мечтал. Обычных патронов нет. И тут, может, продадут. Ой. Ну я же не... Я же ненавижу манекенов. Добро пожаловать на распродажу! Ну... Я все равно не смогу купить. Даже если взломаю, у меня денег не хватит. Поэтому, ладно, будем... По-нищенски. Выиграем, нет? Как думаете? Сегодня нам повезет. Ну. Я человек не азартный по природе. Вот тут прям захотелось. Давай. О, хорошо. Ладно, главное вовремя остановиться. Короче, вы видите, здесь пахнет большими проблемами. Этот зал явно недружелюбен. Вы видите, сколько здесь... Добро пожаловать в Форт Веселый! Не благодари меня за то, что я забил помехами эти скучные передачи Атласа и Райна. Пусть себе грызутся. А вот художник, да, художник знает, что следует возделывать более богатую почву. Конечно. К примеру, я испытываю тебя, мотылек, но не без причины. Я проверяю всех своих учеников. Иные сияют, как галактики, другие сгорают, как мотыльки, летящие на огонь. Войди же в мое жилище. Вы понимаете, да, что сейчас я туда войду, и что-то произойдет? А у меня патронов практически нет. А плазмиды я не могу сказать, что прям дико хорошо, несмотря на то, что... Мне как страшно. Плазмид новый? Тихо.
ненавижу, ненавижу. Они в воске все просто, по-моему, это люди бывшие. Так, и здесь у нас три сестрички, кстати говоря. Так что, я думаю, будет интересно. Давайте карту посмотрим. Ну... Походить придется. Локация дико интересная. Живые нет? На всякий пожарный. Ох, блин, что-то страшно мне туда идти. Я чувствую, что будет что-то нехорошее. Здесь у нас больше даун. Круто. Взломаемые, нет? Как думаете, кто-нибудь будет бегать? А, последний автозлом. Давайте попробуем обычным взломом. Я, конечно, его криво делаю. Скорее всего, меня просто шарахнет током. А вон, 20 баксов, в принципе, не устраивает. Сюда мне после такого денег, конечно же, не хватит. Хорошо, куда я иду вообще? Ощущение, что это туалет какой-то. Так, камера, работай. Офигеть. Алло. Ты что там происходит? Ты на меня вообще плевать, что ли? Ладно, экономим патроны. Добьем остатки. Просто посмотри на этих идиотов. Все? Даже все. Великолепный туалет просто. Так и хочется тут остаться. А нужно ли нам сюда? Я думаю, посмотрим по-быстрому, что там. Так, давайте-ка мы, знаете, сейчас вернемся вот сюда и, собственно, на сегодня закончим. На следующей серии уже пойдем исследовать это место, потому что, я не знаю, это первое место в игре, в котором мне по-настоящему жутко почему-то. Наверное, потому что здесь дохрена манекенов. Как вы знаете, у меня к ним слабость. Еще со времен Nightmare House 2. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. И в этой серии меня просто мучили. Но теперь я помаленьку вспомнил. Я думаю, в следующей серии мы уже начнем раздавать. Жаль, патронов нормальных нету. Ну, в общем, я чувствую, будет интересно, потому что локация доставляет. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока.